Удерживайте их, пьете! Видите, на это право! Они просто душили одного из граждан, одного из жителей. Они его удерживали и душили. Это все было на наших глазах. Там были вот эти угрозы, вот это вырежем всех вас, короче, там посылали, говорили, убьем, короче, и так далее. Просто везде все в бетоне, в цементе, в асфальте, просто дышать нечем, да? Люди дышат цементом. А как людям ходить? Ну вот мы и пытаемся это понять. Не, я-то думал, они вдоль дороги это все вырубали. А это как, поперек? Вот это читайте, пожалуйста, это здесь специально оставили, чтобы все читали. Держите, читайте. Да, маленький что вообще на карте. Что тут не осталось? Или там больше есть? Троицкий лес. Портреты Владимира Владимировича Путина висят на деревьях. Вот оно, большое дерево. С речью нашего президента. На нем стоит старая зеленая метка. О том, что это дерево нужно сохранить. И вот так вот его сохраняют. А ведь ему 100 лет. Зеленая метка у сосны. Но самое интересное, что с другой стороны метка красная. И как такое возможно, это явное нарушение. И, в общем, мы увидели просто страшную картину на территории 7 гектаров. На минуточку, в наших федеральных каналах НТВ я услышала, что оказывается всего лишь на 1 гектаре. Они врут. На самом деле на территории 7 гектаров они вырубили вековой лес, 30-метровые сосны. Они уничтожили... Здесь уже зайца-русака, занесенного в Красную книгу, уничтожили сову, занесенную в Красную книгу, уничтожили 3 или 4, там около, по-моему, был разговор о 4 вельчатах, которые запутались в сетке и не смогли выбраться. А сколько они уничтожили животных, которые были в спячке, ежиков и маленьких животных.
4 февраля. Ночь. Деревья падают одно за другим. Я тоже была свидетелем в ночь с 3 на 4 февраля ночью, как воры, значит, эти нанятые лесорубы рубили вековые 30-метровые мачтовые сосны, ели, дубы. Женщины обнимали эти сосны, ели, дубы. А их частная охранная компания таскала за волосы. Не трогайте женщин. Женщину, не трогайте женщин. Не трогайте женщин. Не трогай женщину, слушай, не трогай. Не имеете права ее трогать руками. Не трогай руками, а? Уберите руки, а не трогайте, отойдите от женщины. Вы нарушаете личные границы, отойдите. У нас есть заявление в полицию о том, что женщину ударили в грудь. Мужчине сломали руку, ударили ему чем-то тяжелым по руке, ему сломали руку. Одной женщине ударили по ноге, тоже у нее там, по-моему, или перелом, или ушиб очень серьезный. То есть у нас очень много заявлений в полицию о том беспределе, что происходит у нас здесь в Троицком лесу. Алкоголем Они готовы строить школу просто, можно сказать, на страданиях местных жителей. То есть им абсолютно все равно на то, что они тут бабушек пинают, толкают, да, руки женщинам ломают там. Непонятно только этих самых рабочих. Зачем они такие вот преступные приказы выполняют? Да, они же просто пришли заработать. Сейчас этим мы планируем что? Планируем по деревьям вешать кормушки, вот, вот эти для сов, короче, совешники, они как-то так называются, да? Для белок бельчатники вешать, для синиц, короче, для... Ну, короче, для зверья будем тут делать кормушки, потому что будем спасать зверье, потому что тут недавно труп неясности мы нашли. Ну, как труп? Что? А, мне кажется, я... А у нее был, значит, переломан позвоночник, она еще жива была, да? Но так как среди нас не было вообще ни одного орнитолога... У кого у нее? Чего? У кого у нее? У неясыти. Сова такая, короче. Вот, был переломан позвоночник. Она какое-то время дышала, да, даже пыталась лететь. Вот, но потом, короче, ну, все, сердце остановилось, да, она погибла. Вот, ну, мы ей цветы принесли, тут жители местные цветы ей принесли.
я сама из города Москвы. Я просто считаю, что то, что происходит в Троицке, как в капле воды, отражает ту ситуацию, которая происходит сейчас везде на территории Российской Федерации.